Открытие фотовыставки «Лик родной республики», а также массовый спуск по одной из трасс. Так, столетний юбилей Карачаево-Черкесии под управлением Минэкономразвития отметил туристический курорт Архыз. На празднике любителей снежных видов спорта побывал Карча Биджиев. Карачаево-Черкесии исполнилось 100 лет. Один из спокойных и динамично развивающихся регионов Северного Кавказа. Заснеженные горы и свежий воздух, гостеприимные люди и вкусная кухня. Так ее охарактеризовывают туристы, которые хоть раз побывали в гостях. И вот в поселке Романтик прошло особое мероприятие, в котором участвовали те самые гости. Хочу поздравить жителей республики. У нас республика действительно богатая. Колоритная республика, значит, у нас очень много, значит, объектов туризма. Здесь территория у нас красивая. Министерством туризма Карачаево-Черкесии были подведены итоги фотоконкурса «Лик родной республики», посвященного столетнему юбилею. В список лауреантов вошли 10 авторов, отобразивших в своих фотоработах природные пейзажи и живописные ландшафты республики, естественный мир, дикой природы и исторические места, и архитектуру, а также фотоматериалы, иллюстрирующие особенности культуры и традиции народов Карачаево-Черкесии, культурно-исторические ценности, интересные события. Мы любим этот курорт, такие красивые картины. Мы даже на секунду зависли здесь, потому что идешь на трассу, тут такая красота вокруг, можно увидеть другие локации. Очень красиво, классно, что они здесь висят. Спасибо художникам, фотографам. А также фишка мероприятия – массовый заезд, посвященный вековому юбилею региона. С верхней станции канатной дороги Млечный Путь по трассе Персеиды. Участие приняли около 100 любителей активных зимних видов отдыха, приехавших в Архыз из разных уголков страны. Были обязательны правила для участников – возраст старше 18 лет, наличие шлема и страховки на день заезда. Время в ожидании старта скрасила музыка и дружеская беседа участников. Решила поучаствовать, и случайно как-то получилось. Оказалось в призах. Очень красивое место, красивая кухня, очень добрые люди. Атмосфера здесь просто невероятная. Каждый раз приезжаешь, и уезжать не хочется. Будем кататься всю неделю, каждый день. И весь сезон точно так же. Я подарю младшему сыну, и он проведет здесь горы. Катается на лыжах. Заезд нес сугубо развлекательный характер и стартовал под праздничный диджей-сет. В нем соблюдались все правила, а также были определены победители. Четверым быстрейшим участникам состязаний в торжественной обстановке вручили призы по 7-дневному скипасу на каждого. Участники праздничного заезда из Архыза передали эстафету лыжникам, сноубордистам из Домбая. Тарча Биджиев, Роберт Джугутанов, Вести Карачаево-Черкесия.